преобразователь напряжения Wimpel PN70. Готов к постоянной нагрузке 400 Вт и оснащен активной системой охлаждения. Устройство поставляется в небольшой упаковке и комплектуется лишь краткой инструкцией по эксплуатации. Автомобильный инвертор Wimpel PN70 относится к категории универсальных решений для бытовых и рабочих нужд. Преобразующий ток от 12-вольтовых источников питания в переменный ток на 220 вольт. Подойдет для зарядки оборудования от автомобильного аккумулятора, временного питания силового инструмента и бытовой техники. Инвертор выполнен в прочном металлическом корпусе с номинальными размерами 14 на 13 см, толщиной 7 см и весом 1500 граммов. Стоит отметить, что весь корпус играет роль теплоотвода и заметно нагревается в процессе использования. Конструктивно преобразователь напряжения Wimpel PN70 достаточно прост. На задней стенке вынесен предохранитель и клеммы подключения силовых проводов для питания. В комплекте смонтированы провода толстого сечения с зажимами под аккумуляторные клеммы. С противоположной стороны инвертора расположена евровилка для подключения целевых потребителей тока под напряжением 220 Вт. Рядом находятся клавиши питания и гнездо USB для подзарядки гаджетов. С точки зрения технических характеристик, преобразователь напряжения Wimpel PN70 привлекает внимание эффективной системой активного охлаждения под длительные нагрузки с потребителями мощностью 400 Вт, а также возможностью кратковременной работы под нагрузкой 900 Вт. We'll be right back.